Друзья, я снова рад нашей встрече. Всем здравствуйте! С вами по-прежнему Владимир, и это город Павлодар. Улица Естая. В прошлом это была улица Бебеля. А если заглянуть в историю поглубже, то это был Третий Мещанский переулок. Мы двигаемся в сторону Квазара, то бишь в сторону Центрального рынка. По улице Естая появились новые малоэтажные здания на месте частных домов. Пройдет немного времени, и мы узнаем, какие фирмы здесь откроются или же будут жилые дома. Как гласит строительная мудрость, то, что нельзя запенить, можно засиликонить. И как говорит один мой знакомый маляр, не одежда красит человека, а человек – одежду. Проезжая улицу имени Машхур Жусупа, бывшая 1 мая, мы оказываемся в районе горсада. Аквапарк еще не достроили, и сроки сдачи этого грандиозного объекта пока еще неизвестны. Перед нами, друзья, первый в Павлодаре трехэтажный дом, который появился в 1941 году. Это был 16-квартирный дом, и до 1957 года он считался самым высоким в городе, пока не появились первые пятиэтажки. Продолжается реконструкция и ремонт Дом быта «Экспресс». Работы еще не закончены. Я специально заехал сюда, чтобы показать вам, какие изменения произошли в центре города. Дальше мы не поедем, идем на разворот, так как на центральной улице города, улице Академика Сатпаева, ведутся ремонтные работы.
Павлодар – единственный город в Казахстане, который может похвастаться целой улицей, сохранившейся практически в первозданном виде со времен становления города. Речь идет об улице Астана, ранее Ленина, Ленинская, она же Владимирская, а больше века назад эта улица носила название Телеграфная. Мы подъезжаем к скверу Центральной. На набережной реки Иртыш работают фонтаны. Температура воздуха за бортом около 30 градусов. С 1 июля в Павлодаре несколько дней стояла жара, потом температура воздуха стала комфортной, и вот опять начались теплые деньки. По прогнозу, температура будет достигать 33 градуса. В общем, старожилы припоминают, что в последний раз подобная жара была вчера. Повернем, друзья, налево и прокатимся по улице под названием Набережная. Перед нами Халык-банк. Это здание Народного банка города Павлодар. По улице Набережная расположены жилые дома. К улице примыкает территория ГДК имени Естая, бывший дворец культуры тракторостроителей, далее дом инвесторов и Благовещенский кафедральный собор. На улице Набережная поменяли асфальтовое покрытие, и возле дороги появилась пешеходная дорожка. Появился новый жилой дом. Адрес его – Набережная 3/2. Слева дом инвесторов, а справа – городской дворец культуры имени Естая. Благовещенский кафедральный собор, сквер тысячелетия и часовня во имя святого Николая Чудотворца. Район Химгородки и улица Айманова. Достопримечательностью химгородков до сих пор остается Китайская стена, самый длинный дом в нашем городе.
Проезжая район Химгородки, мы приближаемся к перекрестку с круговым движением. А дальше мы поедем в сторону нефтеперерабатывающего завода. Здесь, друзья, располагаются всякого рода организации. Салон продажи легковых автомобилей Hyundai Павлодар, а также Subaru Comcor Павлодар, оптовый магазин Metro, магазин Доброцен, Магнит у дома, это мини-маркет, жилой комплекс Нефтяник, кафе Орлан, магазин Светофор и многое-многое другое. Слева частные дома района Лесозавод. Хотел узнать, что пишут в интернете об этом районе, и мне первым делом поисковик выдал «Гей-клуб Лесозавод, город Павлодар». Конечно же, меня это не могло не удивить, и более подробной информации я нашел запись «Закрыто навсегда». Далее, друзья, садоводческое товарищество «Весна», «Сосновый бор», «Здоровье» и «Нефтяник». Друзья, пишите в своих комментариях, что вас больше всего заинтересовало в этом видео. Мы с вами обязательно проедем дальше, и я вам покажу несколько предприятий нашего города. Но это будет в следующем видео.
канал VIP «Серьезы понарошку» о городе Павлодар и все, что непосредственно связано с этим городом. Своими видео хочу, чтобы о моем городе узнало как можно больше людей, живущих в разных уголках нашей планеты. Друзья, все мои видео сделаны с симпатией к вам, и главная цель – сделать ваш день ярче, поэтому желаю не жалеть для них лайков, и пусть они вернутся к вам в виде удачи, отличного настроения, оправданных надежд и всего вам, друзья, самого-самого наилучшего!